понедельник, 3 апреля, христиане чтят память преподобного Серафима Вырицкого, в миру Василия Муравьева. Он родился в 1866 году в крестьянской семье. Отец мальчика рано умер, и Василий пошел работать, чтобы помочь матери содержать семью. В 26 лет он женился и открыл собственное дело. Торговля процветала, Муравьев стал купцом второй гильдии, экспортировал товар за границу. После революции 1917 года Василий Муравьев и его супруга одновременно ушли в монастыри. Василий принял постриг с именем Варнава в Александро-Невской лавре. В середине 20-х годов принял схиму с именем Серафим и стал духовником лавры. С начала 1930-х отец из-за болезни жил у Вырице. Туда же за духовным утешением и руководством потянулись к нему верующие. До конца своих дней старец помогал больным, о чем сохранилось множество свидетельств. О преподобном говорили, что сама его жизнь стала молитвой за весь мир. Вырицкий старец советовал как можно чаще читать молитву святого Ефрема Сирина «Господи и Владыка живота моего». В этой молитве вся суть православия, все Евангелие. Ею мы и спрашиваем у Господа помощи на приобретение свойств нового человека, говорил батюшка. Грех осуждения он называл одним из величайших духовных недугов нашего времени. Мы имеем право судить только самих себя. Даже рассуждая о каком-либо человеке, мы уже невольно осуждаем его, говорил старец. 3 апреля 1949 года со словами «Спаси Господи и помилуй весь мир» Серафим Вырицкий отошел ко Господу. А спустя полвека, в 2000 году, старец был причислен к лику святых.